Быстро и просто. Самодельные таблетки для унитаза. Все мы знаем, что за чистотой унитаза нужно следить очень тщательно. Иногда слив воды из бачка не в силах удалить все загрязнения. Вот почему часто возникает необходимость чистить унитаз вручную. Это, конечно, малоприятный процесс. Для того, чтобы долго не мучиться в процессе очистки унитаза, можно прибегнуть к помощи специальных таблеток. Существует масса вариантов таблеток, которые можно найти в маркетах. Мы же предлагаем не тратить лишние деньги и приготовить их самостоятельно. Существует масса рецептов приготовления таких таблеток. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них. Таблетки на основе желатина. Берем стакан воды, 50 грамм желатина, 25 миллилитров уксуса, 25 грамм соли и соды. Далее добавляем краситель и ароматические масла. Таблетки изготавливаются так же, как обычное желе. Первым делом нужно растворить желатин и другие компоненты, дать остыть и нарезать на маленькие куски. Ваши таблетки готовы. Остается только отправить их в сливной бачок. Таблетки-бомбочки для унитаза. Берем 1,75 стакана соды, 2 стакана кукурузного крахмала. Добавляем стакан лимонной кислоты, краситель и ароматизаторы. Все нужные компоненты смешиваем в сухом состоянии. Далее необходимо с помощью пульверизатора увлажнять смесь. Как только достигаем нужного уровня влажности, лепим таблетки нужной формы. После этого оставляем их на время, чтобы они высохли. В этот рецепт можно внести маленькие изменения. В данном случае нужно убрать крахмал, смешать стакан соды с 1 столовой ложкой перекиси водорода и 1/4 части стакана лимонной кислоты, 0,5 столовой ложки уксуса, красителя и ароматизаторов. Несмотря на маленькие изменения в рецепте, технология приготовления таблеток не меняется. Остается только забросить готовую таблетку в бачок и через некоторое время слить воду. Она искусно выполнит свой долг, очистит унитаз и при этом избавит уборную от неприятного запаха. Таблетки для унитаза из лимонной кислоты. Для приготовления таблетки понадобится 1/4 стакана лимонной кислоты, стакан пищевой соды, белый уксус, 15 капель эфирного масла лимона и формы для выпечки маффинов. Переходим к процессу приготовления. Для начала с помощью вилки или ложки смешиваем лимонную кислоту с пищевой содой. Добавляем в смесь 1/2 чайной ложки уксуса и быстро перемешиваем. Далее нужно добавить еще немного уксуса и перемешать. Повторяем этот процесс еще раз. В результате должна получиться смесь консистенции мокрого песка. В качестве последнего штриха добавляем эфирное масло лимона. Снова все нужно перемешать. С помощью столовой ложки нужно разложить смесь по формам для выпечки маффинов. Оставляем их на 10 минут. Далее переворачиваем форму с таблетками на кусочек пергаментной бумаги. Оставляем готовые таблетки на час, чтобы они высохли. После этого лучше переместить их в герметичную емкость. При необходимости нужно сбросить таблетку в унитаз и оставить ее там на полчаса. Результат удивит даже самых опытных хозяек. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, и процесс очистки унитаза многократно облегчится.